Привет, друзья! В игру добавили долгожданное событие – клановый вызов, в котором вишенка на торте – Waffentragen Ritter. Это коллекционная ПТСО 9 уровня, которую смогут забрать лишь самые активные кланы с выносливыми игроками. Жми лайк и обязательно колокольчик, если хочешь получать самый актуальный и полезный контент мира World of Tanks Blitz. Клановый вызов – это по-настоящему интересное событие, которое сплотит еще больше клановых игроков. Ведь бойцам придется выполнять клановые задачи и получать в боях во взводе медали «Братья по оружию» и «Решающий вклад». Событие пройдет с 21 ноября по 12 декабря. Ваша задача – успевать фармить специальную ивентную валюту слитки, которые вы сможете обменять на коллекционный танк. Забирать слитки вы будете каждый понедельник, поэтому основная задача клана – это выполнять клан-боевые задачи. Чем больше вы выполняете заданий, тем больше слитков можете забрать. Важно, чтобы забрать недельную клановую награду, вы должны выполнить минимум 7 задач. Также недостающие слитки вы можете получать, играя во взводе с кланом, и получать медали «Братья по оружию» и «Решающий вклад». Но учтите, что таким лайфхаком вы сможете получить лишь до 200 слитков. Если вы и ваш клан где-то проштрафились, поленились или просто не получилось идти вровень с остальными, недостающие слитки можно докупить за золото. Но учтите, что для покупки слитков у вас должно быть их минимум 700 единиц, поэтому просто купить эту редкую ПТСО за золото просто не получится. Завтра выйдет подробный обзор и советы по реализации Waffentragen Ritter, поэтому включай колокольчик на канале. Желаю всем удачи в этом нелегком деле. Не забывай оценивать ролик лайком и до встречи на полях сражений.